вопросов, на которые человек хочет получить ответы, за всю историю человечества накопилось так много, что не хватит десятка откровений и толкований, чтобы на все вопросы дать хотя бы краткие ответы или разъяснения. Так много непонятного накопилось за века, что жизнь человеческая потеряла главное — цель жизни и скатилась с великой задачи до уровня примитивного прожигания краткого времени под священным названием «жизнь человека». И человек, потеряв опору жизни, ее цель и смысл, скатился до уровня животного, естественного проживания на земле, утратив все свое божественное начало, которое шло от меня и которым так гордился человек ветхозаветных времен. Вся жизнь человека больше похожа на выяснение причин конфликтов семейного, родового или национального уровней. Конфликты и проблемы, связанные с ними, постоянное состояние человека. А если еще добавить и проверки, испытания лукавого, то жизнь на земле из подобия рая превратилась в ад, без всяких надежд на спасение человека и души его вечной. И самое страшное, что конфликтность стала не только постоянной составляющей жизни человека, но даже степень конфликтности все более увеличивается одновременно с научно-техническим прогрессом развития человечества. Мы уже говорили о потере духовности, о том, что социальное совершенствование личности человека отстает от уровня технического прогресса. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что конфликтность, которая есть результат падения, разложения духовной составляющей человека, действительно стремительно возрастает, создавая всеобщее нервозное состояние злобы и неудовлетворенности от жизни и жизненного пространства человеческого этноса. Нет человеку спокойствия ни в семье, ни в обществе. Конфликты создали фон отрицательной энергии, саморазрушения и самоуничтожения. Такое нарушение устойчивости системы уже начинает раскачивать всю систему, потому что это нарушение человечеством привело к нарушению энергетического баланса добра и зла в пользу последнего. Поскольку вечные весы моей системы покачнулись в сторону зла, исправить этот дисбаланс энергии может только мое прямое участие в делах человечества. Вот почему я сам, вот почему эти откровения и толкования, и прямой разговор с человеком через интернет. Весы истории необходимо привести к строгой симметрии добра и зла, белого и черного. Нельзя нарушать священный канон единства и борьбы противоположностей, канон Земли. Человек вынудил меня вмешаться в ход исторических процессов человечества с тем, чтобы восстановить строгую симметрию системы канонов в материальном мире, являющихся основой, фундаментом моей пирамиды власти. Я все пытаюсь со всех сторон, так или иначе, подойти к проблеме человечества, объяснить мое вмешательство и неизбежность преобразований, которые человечество должно принять и понять. Невозможно сказать человеку просто: надо делать так и не иначе. Таким методом ничего не получится. Вот поэтому я так долго говорю, объясняю смысл преобразований, их необходимость, и так медленно подбираюсь к самому процессу изменения миропорядка и изменению социальных отношений, не затрагивая исторически сложившихся традиций и религиозных течений. Осторожно, сохраняя их приоритеты, я без силового давления создаю обстановку надежды и возможности построения справедливого человеческого общества, основанного на моих божественных ценностях. Вера, любовь, праведность есть лозунги этой тихой революции, к сожалению, опять революции, потому что эволюционный путь уже невозможен в силу того, что утерян код эволюции человека к совершенству личности и души. Полный список лозунгов наших действий вы знаете. Это вера, любовь, надежда и мудрость.
Они наш флаг в будущее, будущее человечества. Эти лозунги — наш свет в конце тоннеля для людей. Свет надежды на спасение человечества и восстановление исторических весов гармонии между белым и черным. Восстановление канона, вечного канона единства и борьбы противоположностей есть моя задача и задача человека будущего. Это восстановление есть спасение Земли как испытательного полигона человечества, как место выбора между добром и злом.